без предварительных слов два из ранних стихотворений Евтушенко. «Третий снег». Глядели в окна мы, где липы чернели в глубине двора. Вздыхали, снова снег не выпал. А ведь пора ему, пора. И он пошел, пошел под вечер. Он, покидая высоту, летел, куда подует ветер, и колебался на лету. Он был пластинчатый и хрупкий, и сам собою был смущен. Его нежно брали в руки и удивлялись, где же он. Он уверял нас, будет, знаю, и настоящий снег у вас. Вы не волнуйтесь, я растаю, не беспокойтесь, я сейчас. Был новый снег через неделю, он не пошел, он повалил. Он забивал глаза метелью, шумел, кружил, что было сил. В своей решимости упрямой хотел добиться торжества, чтоб все решили, он тот самый, что ни на день, ни на два. Но сам себя таким считая, не удержался он и сдал. Если он в руках не таял, то под ногами таять стал. А мы с тревогою все чаще опять глядели в небосклон. Когда же будет настоящий? Ведь должен все же быть и он. И как-то утром, вставши сонно, еще не зная ничего, мы вдруг ступили удивленно, дверь отворивши на него. Лежал глубокий он и чистый, со всей внешней простотой. Он был застенчиво пушистый и был уверенно густой. Он лег на землю и на крыше, всех белизною поразив, и был действительно он пышен, и был действительно красив. Он шел и шел в рассветном гаме, под гуд машины храп коней, и он не таял под ногами, остановился лишь плотней. Лежал он свежий и блестящий, и каждый был ослеплен. Он был тот самый, настоящий. Его мы ждали, выпал. От меня не укроется, если спорим, грубим, уезжаешь ты в поезде с кем-то очень другим. И зачем тебе едется, и в какие края, я гляжу и не верится. Да чего ж не моя? Уезжаешь нетрудно, от признавшихся глаз, от скамейки неструганной, от обнявшихся нас, от свиданий или печущих рук, от хороших свиданий и хороших разлук. Ест печаль меня поездом, все надежды губя, но иду я за поездом, увозящим тебя. Пусть мне тягостно делается, пусть не знаю, как быть. Продолжаю надеяться, продолжаю любить.